Здорово, пацанчики. Короче, сейчас я сижу прямо у себя малышки. Здесь буду сейчас делать одну очень крутую спецоперацию. Здесь на коленях, короче, у меня спидометр взял одного пацана. Здесь вот видите, что он с дисплеем. И здесь 240. Как бы это хуйня. Ну там, видите, 280. Вот это вот не хуйня. Сейчас, короче, спидометр, то, что я вам показывал много раз, я его ремонтировал, мой спидометр, там цифры крутились, не крутились и так далее. Сейчас я, короче, попытаюсь вот этот электронный поставить ко мне, но хочу... А что, видос перевернулся, что ли? Только эту фигню хочу поменять. Сейчас все разбомблю. Тут сказали, что сгоревшее было. Все, сейчас поменяем, посмотрим. Если что получится, будет прикольно. Потому что мой спидометр работает, короче, через раз. Через раз и уже реально задолбал. Задолбало все уже. Тут с Китая накупил две такие блестящие хермантии. Ладно. Да, у друга взял вот, есть такой наборчик. Вот видите. Вот здесь есть звездочки, короче, которые мне нужны. Очень классный наборчик. Такие пирожки. Короче, разберу, все сделаем, посмотрим.